На Валааме – престольный праздник в честь основателя обители Сергия и Германа Валаамских. На остров приехало множество гостей. С визитом прибыл и патриарх Кирилл. Представитель Русской Православной Церкви осветил недавно построенный храм. А сегодня он возглавит божественную литургию в Спасо-Преображенском соборе обители. Репортаж Олега Горновского. Они не виделись 2 года. Пандемия поставила на паузу многолетнюю традицию патриарших визитов на Валаам в престольный праздник. Но коронавирус отступил, и все вновь на своих местах. Священный игумен Валаамской обители, святейший патриарх Кирилл, возле раки с мощами преподобных, славит святых Сергия и Германа, валаамских чудотворцев. Тысячу лет назад 2 греческих монаха поселились на Ладожском острове, чтобы нести свет православия местным язычникам. Получилось. Карелы и вепсы приняли православие. Мир узнал таких великих подвижников, как Александр Свирский и Герман Аляскинский. В соборе валаамских святых около 5 десятков имен. За свою многовековую историю Валаамский монастырь несколько раз разорялся, но и возрождался заново. Ближайший пример – начало 20 века. До революции в обители действовало 13 скитов, и казалось, все они утрачены навсегда. Но вот сейчас в монастыре действуют 16, 17-й Авраамовский сегодня освящает патриарх Кирилл. Скит заложен в 19 веке на юго-восточном краю Валаамского архипелага. В наследство от 20-го столетия ему достался форт укрепрайона с блиндажами и дзотами, входившего в линию Маннергейма. Все деревянные постройки сгорели, и вот теперь на месте старого храма вырос новый, каменный, во имя Всемилостивого Спаса. Мы являемся очевидцами и свидетелями этого великого чуда, чуда веры, которое передается из поколения в поколение. И никакая человеческая и даже дьявольская сила не способны эту веру искоренить. Престольный праздник скита приходится на медовый спас. К этому времени как раз поспеет и валаамский мед. Все залито медом. Все залито медом. Пчеловодство на Руси начинало развиваться в монастырях и трудами нынешних насельников активно поддерживается. Поля Валаама сейчас окрашены в яркий фиолетовый цвет. Это фацелия. Ее любят пчелы и многочисленные туристы. Фотографии на таком фоне выразительны и живописны. Олег Горновский, Матвей Кипрушкин, Вести, Карелия, остров Валаам.